Да, ну, во-первых, соперника с победой. Хороший урок для нас. К сожалению, некоторые игроки не были готовы по тем или иным причинам и явно выпадали. Ну и плюс, конечно, с таким мастеровитым соперником нельзя удаляться, нельзя давать такие подарки, как когда шайба на крюке, она должна выходить. А мы, к сожалению, этого не делали. И опять же таки проиграли пятак. Но на данный момент это уровень некоторых наших игроков. Сегодня также попросили ребят сыграть строго. Ушли вчерашние недостатки в игре, что на пятаке было мало хоккеистов, которые могли закрывать вратаря и добивать. Поработали сегодня на раскатке, и сегодня был хороший результат, забили в большинстве. Юрьевич, вот вопрос такой. Многие СМИ сейчас пишут, то, что дебютант Актобе с очень огромными амбициями приехал завоевывать кубок. Так ли вы считаете? Поддерживаете ли вы это мнение? Ну, я вчера уже говорил, что у нас мы на каждую игру выходим побеждать. Сергей Юрьевич, с победой поздравляем. На какие моменты вы обратили внимание после вчерашней игры и что удалось как бы изменить, в чем прибавить? Ну, обратили внимание, что у нас вчера была слабая игра на пятаке. Поговорили с ребятами, что нужно обязательно закрывать вратаря, чтобы он не видел, нервничал. Также говорю, сегодня поработали и результат дал сегодня. Ну, мы вчера сыграли игру, уже как бы почувствовали лед, я считаю. Климатизация, думаю, прошла. Поэтому старались сегодня придерживать. Тренер нам говорит, что делать. Мы придерживались тактики. Как видите, сработало. Приехали на турнир в Алматы, на Кубок Казахстана. Сегодня сыграли первую игру с командой «Актобе». Неплохая игра получилась, конечно, много не получалось, но ничего, двигаемся дальше, настраиваемся на следующую игру. Создавали достаточно моментов, но не получилось реализовать, где-то мастерства не хватило, куда-то крови. Будем работать над этим на тренировках,